Сейчас на форуме появится гость. Валентина Матвиенко с восторгом анонсировала приезд в Таврический дворец Владимира Путина. Пожалуй, еще ни на одном международном мероприятии столько женщин не ожидали прибытия мужчины. Владимир Путин не только подчеркнул особенность российского феминизма, но и призвал сохранить традиционные ценности семьи и материнства. В общих интересах решить проблему гендерного неравенства. Убрать многие существующие стереотипы и карьерные ограничения. И что очень важно, открыть путь для получения необходимого образования для девочек. Создать удобные условия для работы и ведения собственного дела, чтобы женщина чувствовала себя самостоятельной и независимой. В кулуарах обсуждали, проблема гендерного неравенства как раз и упирается в семейные ценности. И решать ее надо, не защищая традиционализм, а применяя менее популистские меры. Шанс дает новая цифровая экономика. В Международной организации труда считают, что удаленная работа уравняет, наконец, в правах мужчин и женщин, позволяя более эффективно управлять свободным временем. И эта работа таким образом должна быть хорошо оплачена. Но это не решается только одним желанием. Это требует переосмысления бюджетного пространства, налоговых систем и государственных расходов. Поэтому это, конечно, политическая задача. Глава Минздрава Вероника Скворцова, вышедшая за чашкой чая, заговорила вдруг о неравенстве полов. У женщин, заявила министр, есть параллельное мышление. Они последовательны. Но есть мужчины, напоминающие женщин, как и женщины, напоминающие мужчин. Закончила мысль Скворцова. Финансист из Организации экономического сотрудничества и развития Флорен Месси тоже решила порассуждать о разнице. Когда мы смотрим на ситуацию в целом, мы видим, что женщины не очень хороши в долгосрочном планировании. То есть они умеют мыслить стратегически, ради своей семьи, ради своих детей. Но они не думают о себе. И это реальность. Не потому, что у женщин нет способности к построению долгосрочных планов. Просто они думают о других и в результате приходят последними. В Таврическом дворце представительницы 110 стран обсуждали совершенно разные проблемы – социальные, экономические и даже политические. О том, как важен мир во всем мире, и достичь его могут лишь лидеры и дипломаты женского пола. Та же Матвиенко говорила, что надо расширять присутствие женщин в механизмах по преодолению конфликтов. И всех отличает, все эти мероприятия отличает, знаете, особая атмосфера. Это уважительная, вот такая, знаете, теплота человеческая. Вот этим наши женщины, женщины вообще, они именно этим характеризуются. Добротой, теплом. Между тем, большее участие женщин в мировой экономике действительно может дать толчок для ее роста. На форуме говорили, что полное гендерное равенство способно увеличить мировой ВВП на четверть. Особенно это касается развивающихся стран. Будут ли приняты решения, способствующие равноправию, покажет, насколько эффективны такие встречи. Роман Перл, Игорь Мелузов, RTVI.